Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Ифигения. Ифигения – первоначальное местное божество по функциям близкой к Артемиде. В классической мифологии – дочь Агамемнона и Клитемнестры. Когда греческий флот, готовясь к походу на Трою, задержался в Беотийской гавани в Авлиде, жрец объявил, что богиня Артемида гневается на греков за оскорбление, нанесенное ей Агамемноном, и требует, чтобы ей принесли в жертву дочь обидчика. Зачем Артемиде понадобилась именно Ифигения, остается неясно. Согласно версии, принятой Эсхилом в Агамемноне, Ифигения действительно была принесена в жертву, и ее смерть послужила Клитемнестре дополнительным поводом для убийства мужа. Еврипид в своей последней незаконченной трагедии «Ифигения в Авлиде» придерживается другой версии этой легенды, согласно которой Артемида в последний момент спасла Ифигению от смерти. В другой трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» Ифигения выступает в роли жрицы Артемиды, в обязанности которой входит приносить в жертву всех чужеземцев, взятых в плен. Обстоятельства складываются так, что, не подозревая о том, что перед ней ее брат Орест со своим другом Пиланом, Ифигения, согласно ритуалу, готовится их убить. Затем следует классическая сцена узнавания и драматический побег. Следуя Еврипиду, Глюк написал две одноименные оперы. К этим сюжетам обращались также Расин в «Ифигении» и Гёте «Ифигения в Тавриде». Ну вот так вкратце о Ифигении. Ифигения – первоначальное местное божество по функциям близкое к Артемиде. Пока-пока, до свидания.